Петрозаводский городской суд приговорил историка, изучавшего эпоху сталинских репрессий, Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии. 64-летнего мужчину обвинили в сексуальных действиях насильственного характера по отношению к его приемной дочери. На момент начала уголовного преследования в 2016 году девочке было 11 лет. Процесс проходил в закрытом режиме. Прокуратура просила для подсудимого 15 лет лишения свободы. Адвокат Виктор Анофриев посчитал, что его подзащитный должен выйти на свободу в ноябре. По первому обвинению, по тому делу 135, часть 3, 135, 242.2, порнография, оружие. Он оправдан за отсутствием состава преступления в его действиях, исправную реабилитацию. И оставлена статья 132, часть 2, вот последняя, это второе дело, так будем говорить. По ней определен срок 3 года 6 месяцев. Исходя из того, что Юрий Алексеевич отбыл, я вот сидел, посчитал сейчас внимательно, 3 года и 2,5 месяца будет у него 27 числа, то где-то он должен выйти, 3,5 месяца ему осталось, где-то в ноябре, числа 12-го. Уголовное преследование Дмитриева началось с анонимного сообщения в правоохранительные органы. В деле фигурировало 140 фотографий, 9 из них были признаны порнографическими. Историк объяснил их появление тем, что вел дневник здоровья ребенка. В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал приемного отца по статьям о развратных действиях, однако признал виновным в хранении оружия. В деле фигурировал ржавый обрез. Но в июне историка отправили под стражу вновь после заявления бабушки ребенка. Дмитриев вину отрицает, а его сторонники считают дело сфабрикованным, чтобы наказать краеведа за его работу. История у нас, к сожалению, покрыта мраком неизвестности, и вот надо его потихонечку, там, я не знаю, когда лопатой, когда совочкой, когда метелочкой, чистить, выявлять эти факты. Историю надо знать. Юрий Дмитриев известен тем, что экспедиции под его руководством обнаружили несколько мест захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бару. В 2014 году историк-любитель возглавил карельское отделение правозащитного общества «Мемориал».